В Кировской области уже 89 жертв COVID-19. За сутки в регионе умер еще один человек. Это данные федерального сайта stopcoronavirus.rf. Кировский Минздрав по-прежнему не публикует статистику смертности от коронавируса, зато у него есть позитивные новости. За сутки выздоровело больше кировчан, чем заболело. Зарегистрировано 60 новых случаев заражения. При этом выписано с выздоровлением 74 человека. Сейчас в инфекционных госпиталях проходит лечение 772 пациента. У 457 из них заболевание протекает с пневмонией. В отделении реанимации находится 20 пациентов, 4 человека на искусственной вентиляции легких. Под наблюдением в условиях домашнего карантина 3112 человек. Это контактные лица, а также граждане, прибывшие из других регионов.